Парадка детского движения Москвы «Не прервется связь поколений» – традиционное мероприятие, которое проводится с 2015 года на Поклонной горе у Музея Победы. Это самое значимое событие в школьной жизни московских кадет, их родителей, педагогов, ветеранов. В нем в разные годы принимало участие от 10 до 25 тысяч человек. 30 мая 2022 года пройдет очередной парад, на котором кадеты-старшеклассники смогут продемонстрировать не только строевую выучку в торжественном марше, но и свои таланты в дефиле, хореографии, вокале. Гостями парада традиционно станут ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, герои Отечества, представители правительства Москвы, Русской Православной Церкви. Начало парада 30 мая ровно в полдень. Поздравляю московских кадет с этим торжественным событием, а ребят, которые только планируют присоединиться к кадетскому братству, призываю хорошо учиться и в будущем стать участниками данного парада.